Всем доброе утро. По традиции начинаем планерку. 20 мая у нас выйдет, как известно, очередной номер. Задание мы с вами распределяли. Давайте мы несколько освежим то, что мы планировали. Каждое утро в редакции «Молодежного вестника» начинается с планерки. И так уже 59 лет. Век интернета и социальных сетей, эта газета не теряет актуальности. Тираж более 4000 экземпляров. Мы сами идем в ногу со временем, активнее себя позиционируем в тех же социальных сетях, проводим большое количество конкурсов, организуем розыгрыши сертификатов, выкладываем большой объем информации, которая будет полезна именно тем ребятам, которые часто находятся в социальных сетях. Но, тем не менее, безусловно, в приоритете у нас выпуск именно печатного издания. «Молодежный вестник» выходит два раза в месяц. Над цветной газетой в 36 страниц трудится 7 человек. Среди них корреспондент Елена Мощерякова. В «Молодежном вестнике» 4 года. За это время Елена стала победителем множества областных и всероссийских профессиональных конкурсов. Но даже у самых талантливых бывают трудности. Сложно бывает еще придумывать заголовки, потому что иногда бывает, что вроде бы ты структуру материала ты выстроила, ты знаешь, о чем написать. Но вот эти вот заголовки, не всегда, конечно, красивый такой вкусный заголовок приходит на ум. Вот, но я посоветую своей, одной из своих старших коллег, которая с нами, к сожалению, уже не работает. Я придумываю сразу несколько заголовков, 2, 3, 4, а потом из них выбираю лучшие, самые красивые. Придумывать красивые заголовки, а также писать интересные статьи в «Молодежном вестнике» теперь учат всех желающих. В прошлом году свою работу начала школа юного журналиста. Абсолютно бесплатно сотрудники газеты занимались со школьниками, учили их азам своей профессии. Мастер-классы для ребят проводили мэтры региональной журналистики. И эта работа уже дала плоды. 15 человек сегодня получили дипломы и сертификаты об окончании школы. Было интересно, мы ходили, занимались в различные другие, ну, окунались в другие сферы журналистики, то есть мы были на радио, на телевидении, ну, просто море впечатлений и большая благодарность всем тем, кто с нами работал. Журналистика такая сфера, которая помогает развиваться именно личностно. И здесь какой-то жизненный опыт, что ли, появился. А еще «Молодежный вестник» – это отличная стартовая площадка для карьеры. Многие журналисты, работающие в этой газете, стали сотрудниками федеральных СМИ. Бывшие корреспонденты «Вестника» трудятся в администрации города и области, и даже в Государственной Думе. Багаж, который накопился у меня в самые лучшие годы творческие, конечно, он пригодился и очень здорово, потому что выступить на какую-то острую тему было не чисто по-журналистски, а осознать, что надо сказать слово в Верховном Совете, чтобы оно действительно дошло как-то. А еще «Молодежный вестник» – обладатель множества наград. В этом году газета, кстати, единственная в регионе, стала обладателем Всероссийского знака отличия – «Золотой фонд прессы первой степени». Ольга Родина, Михаил Жилкин и Максим Лесников. Липецкое время.